Сейчас я восстанавливаю стеклоподъемник от Мазерати. Стоимость стеклоподъемника в районе 60 тысяч. Клиент попросил, возможно ли что-нибудь сделать. Разобрали, вытащили трос, он порван. И из нового троса сделали подобие или копию старого троса. Соберем стеклоподъемник, и все будет отлично. Делаю оправку для бабушки, для этой, которая держит трос. Да. Делаем из того, что есть под руками. Снимаю фаску, чтобы трос зашел как можно легче. И сейчас будем надевать ее на трос. Сгибаю трос, чтобы максимально больше было упора, потому что нагрузка на него здесь идет большая. Для того, чтобы он с бабушкой скрепился хорошо, покупал его немножко в олове, потом будем их купать вместе. Сейчас чуть обточим машинкой, чтобы не было лишних заусенцев. Ну, теперь он никуда не денется, будет крепко держаться. Вот такие у нас будни автосервиса.